А что, зайдет где, мимо, едет, скажет постоянно. А, нам зато сразу подъездные пути построят. Там же, где Путина провозят, там сразу дорога возникает. Где он постоит полчаса, там сад сразу расцветает. Если на сутки остановился, все, площадь, город зарождается. Ну, потому что все, что, да, ресурсы стекаются. И люди радостные обнимаются, и все, и понеслась жизнь, как говорится. Вот, поэтому его полезно просто даже завозить в разные места. Вот, ответ-то вот он, блядь, на поверхности. Не надо ничего усложнять. Надо просто возить Путина во все проблемные места. И местные власти из страха все быстро там подделают, починят. Ну, вон дорога на Тагил, она, блядь, залетать на Боингах можно. Потому что он туда ходит, танки ездит смотреть, понимаешь, армвыставка это. Они из последних сил там эту, блядь, петарду заряжают в танк, бах, и молятся, только бы не повторить, не попросили повторить, там пиздец. Но дорога-то... Ну, потому что, блядь, все деньги ушли на дорогу, блядь, отгрохали, потому что Путин приехал. Да нет, не поэтому, потому что у них там жопа, на самом деле. Разворовали все деньги. А на то, чтобы зарядить танк, даже уже не хватает. Они же могут обосраться, в любой момент они уже так обосрались. Собственно, почему их, наверное, блядь, сейчас не очень долюбливает руководство. Потому что там же процветает, по-моему, вот это вся, вот это кумовство, вот это все твое-мое. Там-то распил идет жесткий. Жесть вообще. Вот, поэтому вот так. Поэтому просто, можно просто привозить в разные места проблемные. И они постепенно сами разрешатся все. Все, ничего не надо делать. Просто вози Вову. Вози Вову. ВВ. Все, вози Вову.